Др-др. Ты так сказать. Др-др. Ну, блин, что делать? Это. О, креветка. Др-др. Ну, типа... Согласен. Да. Тут-т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 ут
Мы обосрались? Тут-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, хватит. Заезжаются. На улице мастер-шефа. На нас светило солнце, понимаете? Мне так казалось, как будто нас снимает не только камера, а меня снимает там кто-то сверху. Это все для меня. Попала я на этот конкурс мастер-шефа в свой день рождения. Это вообще у меня сегодня был самый лучший в мире день рождения. Скажу, 34 года. Ребята, вот это дата. 3 плюс 4 будет 7. Число удачи. Нога. Дай мне ногу. А, она грязная. Помыть тебе ногу? Да, пожалуйста. Помой мне ногу. Где я мог стоять? Рядом с одной стороны Лилечка, с другой стороны Сашенька. Они улыбаются. Я что, думаю, хорошо, нормально, класс, по кайфу. В цветничке, так сказать. Рядом, а то там пацан с пацаном какая-то тема неровная, неинтересна. Думаю, лучше с девчонками. Я не из тех людей, что я начинаю лезть, валить вперед только из-за того, чтобы себя показать. Нет, конечно. Если я что-то запорола, понятное дело, я ухожу в сторону, и я пошла. Потому что мы работаем на команду, мы работаем на общий результат. А общий результат у нас должен быть замечательным. И поэтому no problem. Мы обосрались, ну, от испугу, потому что мы боялись, сейчас получим черные фартухи. Нас напугали, мы высадились все. Я там на месте прям личинку отложил просто. Это ужасно. Що я сказав це? Пробую доводити своє пюре до вкуса. Боже, я його як пробую, я чуть не обригався, чесно. Ну кисле, я тобі тієї обліпихи валонув більше, ніж цього гарбуза. Я ж зразу смікалочка. Думаю, чим нейтралізувати кислоту? Кислота нейтралізується лугом. Но тоді утворюється в реакції сіль, і вона ужасна. Вона не... Луг – це щолоч. А кислота – це ж кислота. І от щолоч нейтралізує луг, а кислота нейтралізує щолоч. Ну, коротше, отак вони взаємо. Там утворюється в реакції ксіль і вода. Я ж це знаю і думаю, блін, нейтралізувати зараз можу. Але як утворюється, помою отам зараз, я взагалі нічого не зроблю. Тоді знаю ще, що вкус кислоти можна перебити сахаром. Сахар додаєш, і воно вступає в реакцію, і ти кислоту прям не нейтралізуєш, ну, ти вкус її переб'єш. Там сидять мужчини. Вова і Ектор. Дыр-дыр, дыр-дыр, дыр-дыр. И они заезжают, заезжают. Когда ты говоришь с едой и говоришь, что она самая хорошая, самая красивая, вот как с девушкой, да, ты должен девушке всегда говорить, что она хорошая, красивая. И тогда еда будет полезной, тогда она тебе будет благодарна, говорит, спасибо тебе, что ты меня, что ты так меня любишь, а я тебя тоже буду любить. И тут слышу, мимо меня проходит Эктор. Руки трусятся. Думаю, блин, что делать? Думаю, буду не делать, думаю, показывать, какой я старательный. А самого всего все просто трясется. Підійдіть ближче. Куди ви пішли? Ви що, боїтеся мене? Коли я вас додому відправлятиму, ось тоді бійтесь. Розгадувати загадки я не люблю, але коли треба узнати допомогу інформацію, наприклад, о парні, який тобі подобається, то ти граєш такого Шерлока в соцсеті, по пісні узнати його настроєння, його вкус, по бабликам узнати його хобі, по його друзям узнати його характер. Ну, всі дівчинки цим займаються. Шерлоки. И тут я начинаю переживать. Я начинаю переживать за то, что, ну, наверное, ребята как-то думают, что я, ну, там, я не знаю, не такой, там, я не знаю, почему. Ну, не хотят они меня видеть в своей команде. Я снова стою, мне так обидно стало. Ударь, Влад. Влад. Боже, какой кошмар. Думаю, я иду снова в красную команду, и мне придется снова опять одевать красный фартук. Я терпеть его не могу. Я его ненавижу, этот красный фартук. Это как, ну, для меня это, не знаю, цвет крови какой-то, не знаю, раздраженности. Вот этот цвет такой, знаете, вот ярости. Но... Сергею, а чому обрали саме кукурудзу? Потому что дурачок. Это правда.
Согласен. Да. Угу. Ну что вы делаете? Поэтому и выбрал. Да шо, ну это просто, блин, пальцы-трусальцы. Я дуже сильно переживав, але я свої процеси зробив, почистив міді, почистив грібішки. Що ще? Все. Все? Все, біги вже, кидай в умивальник і біги нахрен. Все. Чувак, якщо ти ти ну, типа, коли не вот так говорят нормальные шефы. Ну, честно. Я сейчас понимаю, что идет, подступает моя очередь идти в эту комнату. И тут я начинаю сидеть и начинаю ловить себя, накачивать энергию, качать. Космос подключаю, столбы через себя провожу, чакры открываю. Тут у меня третий глаз и так открывается. Я собрал эту всю энергетику, чтобы потом с ней зайти в комнату и с закрытыми глазами ощутить это блюдо. Першими на розстріл до суддів пішла червона команда. Ішли серйозно, як на розстріл. Перші, першопроходці і своєю геніальною стравою серце калатає. Я так розхвилювався, що мову мене відібрало. Інші бачать, такі вроді спокійні. Що молекули? Клац, чищу лучок, клац, розрізаю, вибираю лучок. Потом дорізаю, типу, слайси редисочки. Буду без пальців, мої проблеми. А що ж ти все так викинула? А що ти викинула? Понимаешь, там творилось? Все, она выбрала самое красивое. Все, она молодец. Закрыл рты. Потому что реально так напряжно, что... Я начинаю уже приступать до заготовок на рис морепродуктами. Очищаю миди и чищу креветки. Стою, вот, занимаюсь этим машинально, как на заводе. О, креветка. Голова. Хвостик. Девушка, очень красивая внешность. Подходите, возьмите лимонадик. Девушка, вы такая красивая, идите по находу попробуйте. Боже мой, какие красивые глаза. Я вас влюбился, мадемуазель. Хотите лимонадик? Давайте вы что-то купите, я с вами потанцую. Легонечко. Та-ра-тон, 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 та-ра-тон. Хватит.